Я вам пишу, надеясь, что, возможно, задумается кто-нибудь один, по улице ступая осторожно, без мантии, как просто гражданин. Я подал иск, мне банк кредит не выдал, нарушив договор, что подписал. Не то, чтобы отказом банк обидел, но я в залог квартиру отписал. Тот договор обязан был ответчик отдать на регистрацию, но вот наш президент вдруг выступает с речью и говорит, что карантин, народ. Мы договор вчера скрепили с банком, а после речи мне пришел отказ. Ответчик все представил наизнанку, мол, кризис, обращайтесь в другой раз. Я им в ответ, что договор подписан, закон о потребителях несу, все надо исполнять без компромисса, иначе неустойку взыщет суд. Мне банк на это отвечал не сразу, мол, выдавать кредиты нынче риск, ссылался в марте, в мае на заразу. И вот в июне в суд я подал иск. Уверенность моя слегка пропала, когда судья, закрыв закон рукой, банк защищать активно очень стала, мол, жизнь такая, а не банк плохой. Я речь про нарушение обязательств, что банк мне документы не отдал, нет никаких статей обстоятельств и договор никто не расторгал. А мне в ответ: банк прав без разговоров, вот отзыв, так ответчик написал, не вступят в силу ваши договоры, пока вам деньги банк не передал. Я про закон, а мне решение в зубы, мол, все, свободен, жалуйся, чудак, нам все равно, что ты поэт Ютуба, что за плечами опыт и юрфак. Смотрю и вижу, троечники в силе, один талант, но стоит наших всех. Давно бы мы совсем иначе жили, когда б не совершали судьи грех. Выходит, судят граждан не по праву, не зная норм, пытаясь угодить, не просто так, от имени державы. Что с этим делать? Как нам дальше жить? Тут дело не во мне, поймите все же, я потому в стихах все изложил, что истина, она всех благ дороже, кого бы кто, когда бы ни судил. Несет неправосудное решение, недобрый знак по жизни за тобой, по сути, это тоже преступление, быть может даже хуже, чем разбой. Я знаю, что вас много раз просили, что много дел, что некогда читать. Не о себе я, много бед в России, но некуда прошение подать. Бог видит все, подумайте об этом. Шутить не надо собственной судьбой. Мусаткин Юрий, остаюсь поэтом, юрист, когда-то тоже был судьей.